Всем доброго времени суток, хорошего настроения вам. Так, продолжаем наш сериал про УАЗ-буханку. Вышла она с ремонта, получил я ее в субботу. Получил в субботу, пошел, проверил. Механик мне позвонил, говорит, приезжай, принимай. Посмотрел, значит, вроде как все сделали, все нормально. Напомню, что ушла она у нас на ремонт после того, как у нее порвало очередной раз нижний патрубок. Почему очередной раз, если вы не смотрели предыдущие ролики про УАЗ? Значит, первый раз порвало, когда ее только пригнали, новую, абсолютно новую, даже она еще без номеров стояла, просто стояла в парке, ждала регистрации, ждала, когда получим номера. И просто вот, ну, ее сам по себе, значит, вот, она никуда не ездила, она почти 2-3 недели стояла. Лопнул патрубок. Ну, сказали, что хомуты были плохие, в общем, что-то поменяли, отогнали на ремонт ее. Вот. А когда приехали забирать, через 2 недели после того, как она отстояла, вот, приехали забирать ее, прямо на приемке, то есть мы машину принимаем, это тоже есть на видео, в ролике. Мы ее принимаем, значит, с механиком, с начальником, и у нее рвется нижний патрубок. Вот. И сейчас произошел, вот я тоже это показывал в предыдущем видео, что, значит, она опять не лопнул тот же самый патрубок, и весь тосол, короче, вылетел. Отогнали, значит, ее Восток УАЗ очередной раз. Она простояла 3 недели. То есть сейчас она, у нее пробега 1500 километров, она уже 5 раз была в ремонте. Чудо машина, чудо УАЗ. Вот. И, значит, как сказали мастера, которые делали, они меняли, снимали голову, меняли прокладку. Якобы прокладка была пробитая, из-за этого воздух пошел, значит, в систему охлаждения, систему завоздушило, крышка радиатора не сработала. И, соответственно, нашла самое место слабое, и там порвался, ну, там порвалось. Вот, ну, я смотрел, сейчас я не буду вскрывать, там все равно ничего не видно. Я смотрел, лазил так вот, думаю, ну, никаких следов вот именно снятия ГБЦ я не увидел. Но зато у меня есть подозрение, что они поменяли радиатор. Вместо крышки почему-то поменяли полностью радиатор. Может быть, дело было в нем, а стоимость работ, соответственно, снятие и постановка на место ГБЦ на дороже.
хотя машина гарантийная, не знаю, предприятие все равно платит какие-то деньги, вот, это 100%. Вот. Потом, почему я пришел к выводу, что они не снимали, механикам показывал, потому что, чтобы снять крышку ГБЦ, вернее, головку блока цилиндров, не крышку, головку, надо снять полностью газовое оборудование. В предыдущих роликах тоже есть, я показывал, как нам все это уложено, установлено, но без снятия никак не снимешь ГБЦ, это 100%. Вот. Но вот радиатор что-то мне, он такой прям чистенький, прям вылизанный, прям новый-новый. Хотя все равно я езжу, да, и по грунтовкам часто езжу, по СНТ пыли там забивается. Вот. Ну вот, сегодня отработал смену, пока я еще не вижу, что где-то что-то капало. Сейчас поставлю ее, отработаю остаток времени. Поставлю ее, на сухое место. Потому что подозрение все-таки у меня есть, что подкапывает тасольчик. Но сегодня асфальт, место на стоянке было мокрое, но так на луже какие-то там такие пятна были. Может быть, это предыдущая какая-то машина на этом месте стояла, не знаю. Я сегодня поставлю в другое, там сухое место специально выберу, чтобы было чисто, чтобы там ни капельки, ни масла, ни тасольчика не было. А утром посмотрю. На этом пока все. Буду завершать. Всем хорошего еще раз настроения, всем удачи. А мы будем бороться дальше с этим УАЗом. Пока.